В прямом эфире на телеканале Бокс ТВ будут интересные гости. Бойцу 25 лет, рост 172 сантиметра, вес 66 килограммов ровно. 25 results, he stands 172 centimeters tall, official weight 66 kilograms even. Профессиональный рекорд 17 боев, 11 побед, 6 поражений. Professional record 17 bouts, 11 victories, 6 defeats. Его стиль MMA, his style is MMA, represents in Marseille of France, Сулейман Бушата! Его соперник в красном углу клетки. Бойцу 40 лет. Его рост 177 сантиметров, а вес 66,3 килограмма. Его прекрасный профессиональный рекорд состоит из 8 боев, 8 побед. Его стиль – боевое самбо, дамы и господа. Из Санкт-Петербурга, Россия, не знающий поражений, Марат Балхоев! Рефери бой Армен Ананян. Марат Балаев, боец, которому 40 лет. Вот у Егора есть информация определенная по этому спортсмену. Информация такая, что представляет он борцовский клуб, так называемый, Санкт-Петербурга. Тренеры этого борцовского клуба регулярно снимают видео, выкладывают в социальных сетях. То есть как бы очень интересно посмотреть, разбирают приемы. И вот одно из видео было как раз вот про Марата. Они рассказывали, что он у них ветеран, ему 40 лет, и он только недавно начал свою спортивную карьеру. В белых шортах Марат Балаев и его соперник из Франции Сулейман Буата. В черных шортах боковой контроль, насколько я понимаю, да, сейчас от Марата. Марат сразу же переводит в партер. Контролируют ноги сейчас. Дорогие друзья, те, кто из вас внимательно следит за нашими трансляциями, наверняка помнит Марата. Он выступал на турнире ACB-31 в марте 2016 года. Тогда он победил по очкам Мухаммеда Кокова. Удается встать, но отдает спину Сулейман. Зацепляет интересно ногой. Не дает сделать перевод назад. Марат берет грудь. Охват. Но очень опытный француз. Очень опытный. Ну, судя по рекорду, 11-6. Шердок даже утверждает, что 12-6. Он с 2011 года профи. Большинство поединков провел во Франции. Если брать известных соперников, ну вот я пока не вижу таких суперизвестных соперников, с кем он дрался. Марат забирает в этот момент шею, растягивает, и кажется, сейчас будет сдача, я думаю. Да! Все грамотно сделал. Добрая традиция досрочных побед на турнире ACB продолжается. И уже в первом раунде четкая, яркая. Все грамотно сделано, да. Как бы никаких нет замечаний. И Сулейман Буата признает поражение и сам поднимает руку победителю. Давайте смотреть еще раз. Вот этот перевод практически с первых секунд. Вот сейчас еще один перевод уже со ударной спины. И вот концовку нам показывают. Удушающий прием сзади. Кстати говоря, это первая досрочная победа в карьере Марата Балаева. Минута и 30 секунд первого раунда. Я считаю, что он ее заслужил. Удушающий прием. Одержал победу. И остается не ставящим поражений Марат Балаев. Марат Балаев, поздравляем его с победой. Уважение его сопернику Сулейману Буате.